Всем здорово, с вами Рокут, и мы продолжаем играть в Мафию Первую. В прошлый раз у нас убили нашего друга Поля, конечно, пиздец, его жалко как, но... Да. Погнали, нам нужно встретиться с Сэмом в городской квартире в галерее, по пути мы можем заглянуть к желтому Питу. Окей. Это два милиционера еще. Детектив. К желтому Питу сначала заняем. Получается. По пути. Ну, значит, пойдем к желтому Питу. Что еще, по сути, делать еще? О, я не ошибаюсь, желтый Пит. Это надо... Даунтаун? Или как он там называется? Остановка-то... Я как я к желтому Питу ходил? О! Ну, никто не видит. Ладно, ментам все равно, что их тачку возьму. Куда там если чё? Встретиться с Сэмом в городской галерее между делом можно заглянуть к Лукасу Бертони. К Лукасу Бертони? Был же желтый большой Пит. Ну поехал. Ну да. Тогда поехали к Лукасу. Слушай, а зачем мне к большому Питу говорили ехать? Что за наебалово какой-то? Я не понимаю. То и да, вот к Лукасу Бертони. Чем мне говорить, что к желтому Питу? Блять, желтый Пит. А, ну да, желтый Пит. У него же типа из-за зубов желтый, его так назвали. Давай иди отсюда, быстрей! А у меня есть оружие какое-нибудь? А у меня, ну как всегда, кольт с 6 патронами. Это что, типа, мы сюда будет вначале такое вооружение? Я понимаю, мы будем с этим Сэмом говорить, типа, какой хера, кто убил этого? Да убить кто угодно, мог хоть менты. А, Сальери же узнал, точно. Бля, я забыл, что Сальери же узнал. Не, он что-то... О, кстати, галерея, но не особо далеко. Ну, я все равно поеду к Лукасу, потому что к Лукасу надо поехать. Может, мне как всегда тачку дадит? Хотя зачем? Я за то, что у меня таскую машине, и менты меня за это не остановят. Видите, сколько раз я в ней ездил уже. Опа, 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 вот так вот. Деньги грех, как говорится. Тачка, кстати, у меня вроде такая же есть. Лукаса Бертоне. Почему я думал, что мне надо было к желтому Питу ехать? Ну, там было вроде написано едьте, потом к желтому Питу и все остальное. Где мой Лукас? Да подожди, а где Лукас? Лукас, ты первый раз не на базе своей? Чего меня не встречаем? Эй, Томми, ты выглядишь усталым. Русом, скорее.
Хорошая причина для этого. Что случилось? Неважно, мне просто нужен хороший набор колес, Лукас. Посмотрим, что мы можем сделать лично, что тебе нужно сегодня. Мне нужно выяснить, где прячется один парень, он многим должен, я один из его кредиторов. Я могу и найти его. Его за... По... Понятно. Как тебе нужно найти ее, выяснить, где она прячется, тогда я найду его и разберусь с ним. И где я найду ее? Ага. Я предложил ее там, она точно придет к нам. А потом, когда она пойдет домой, хорошо сюда и расскажи мне. Ок. Ого. Место можно. По пути вы можете заглянуть к желтому питу. Я же говорил, что был такой квест. Желтому питу следует за женщину, уходящей из отеля, которая приведет вас к человеку, задолжавшему деньги Лукасу. А, кстати, она недалеко. Ля, я не помню, где желтый пит. Не, я все, я вспомнил, где желтый. Видите, вот это генерал. Ой, дженерал. Блять, я отвлекся на карту из-за этого. Проебался. Опа. Видите, вот этот дженерал Хобокен. Вот там где-то с краю он, его дом. Точно не помню, какой именно из них, но я помню, что он там. Желтый. Сейчас тачку доберем, поедем к желтому питу и поедем к Сэму в галерею. Все довольно-таки просто. Блин, она вообще шевелится, а им. Где-то вот тут она должна быть. С этой стороны. А что мне по карте с этой показано? Женщину, ищем мы женщину. Следуйте за женщиной, уходящей из отеля Карлеоне, который приведет вас к человеку. А прям в отеле за ней следовать, че шо? Так от... Должна быть это она. О, слышно, что-то знакомый ебальник этой женщины. Следовать этой женщиной. А, следовать? Слушайте, а чё я тогда? Я тогда с машины уйду. А смысл мне? Мне быть. А мы вот так вот пойдем. База-база. Женщина смотрит. Ты, блин, почему ты ходишь за мной? Что тебе надо? Ты во... Ты вож. Раз, два... Тин-тин-тин-тин. Тебя ебать это не должно. Скажет, вы провалили квест. Мы да, давайте на такое расстояние попробуем за ней проследить. Куда же ты, самочка, пойдешь, ла? Что-то мне кажется, вот этот дом, который посредине этой дороги, вот это, тут, видите, квадратики, как будто он... Типа, может, там живет? Ну и куда же ты идем? Мы будем так вот следовать за ней. О, следит она, гляньте, еще. Дама, блять. Ну дама, дама, мадама. Куда же ты? В замке он же. О, подожди, башня, это церковь. Отель! А вот этот рядом и церковь, я же тут был. Где-то недавно тут взорвался он. Я же здесь был. В этой локации. В самом замке я был. Точнее, церковь. Это, блядь, не замок, церковь. Там перестрелка у меня с какими-то пацанами была. За мной менты тогда охотились. Вот это все я помню, вошло. Это, блядь, еще я. Где-то была середина игры. Короче, надо было женщину найти. Какую-то Шинель вроде. Ее имя было. Так вот, и... Че, подожди, я хотел сказать Шинель, и там ее нашли, и там надо было этот директор разорвать. Мы все это сделали, съебались, этого потом отель перешли в церковь. Шо?